Так, ребятки, девчатки, 27 июля 2018 год, Харьков, 22:05 по Киеву. И это у нас лунное затмение. Полное лунное затмение, но есть все шансы, что мы не дождемся полного, потому как облачка нам сильно мешают. И большая удача, что мы видим хотя бы вот в таком состоянии наш замечательный спутник, потому как только что он был совершенно скрыт за облаками. Разбудили мы хищных птиц, преследуют меня по полю. Да, но полное лунное затмение характерное тем, что проходит через центр Земли. То есть Луна, вернее так, Луна проходит через центр тени от Земли. Но не это делает это затмение уникальным. Видите, внизу Марс. А Марс сейчас в великом противостоянии. Что это значит? Это значит, что раз в 15-17 лет Марс подходит на ближайшее к Земле расстояние. 57 миллионов километров в данном случае. Не убегаем. То есть вдвое ближе, чем если бы он был на максимальном удалении. Ай-яй-яй. Да, ну это глаза только ломать. Тем не менее, одновременно Марс ближе всего к Земле за 15 лет. И Луна находится сейчас в апогее, на наиболее удаленном расстоянии по своей орбите от Земли. И поэтому вот это замечательное лунное затмение будет у нас длиться цельных 103 минуты. А 103 минуты это всего на 5 минут меньше, чем теоретически возможная продолжительность затмения Луны. И совпадение такое. Марс в великом противостоянии и Луна с затмением в 103 минуты случается, ребятки, раз в 25 тысяч лет. То бишь следующего дождаться не надеетесь. Ну, если вы не верующий, конечно. Тогда может быть всяко. Да что ж такое? Да, а что ж тут снимать, когда она сейчас вся будет тенью закрыта. Ладно.